такая вот вывеска. Будем надеяться, что команды нас с вами сегодня порадуют хорошим, качественным хоккеем. Быть может, не состоится феерия голов и пара защитников. 36-й Яков Рылов и 4-й Владимир Денисов. Азеведо приближается к воротам, и Азеведо счет в матче открывает. Поставил корпус, и под вратарем он шайбу направил. Сражаться за шайбу. Пошел вперед Ибрагимов. Передача на Винцова. Бросок в ближний угол. Реагирует на него Гарипов. И Акбарс отодвигает игру от своих ворот. Шайба у Акбарса-то осталась, но нужно атаку начинать заново. И опять Шедрин совершает потерю. Боброву достается. Хватается он за плечо. Видите, Рылов его встречал, но, на мой взгляд, тоже силовой прием чисто применялся. Не в каждом матче мы наблюдаем вот подобные картины. Верещагин! Бросок по воротам! Мирнов. Лукоянов. Преследует его Ульстрём. Лукоянов пока шайбы не расстается. Ищет оптимальное продолжение. И отличный вариант находит Лукоянов. Он поехал на пятачок. Увел за собой Александра Салака. И пустые ворота были перед Игорем Мирновым. А Кварц никогда не жаловался на отсутствие таковых. Азеведо на перехвате. И попытка вновь в ближний угол шайбу запихнуть. Но на сей раз спокойно играет Салак. Мирнов вставляет шайбу. Ох, как сейчас хорошо-то сыграл Мюллер. Он бросать не стал, а сделал пас на Лукоянова, но Артем не смог в касание шайбу переправить в ворота. Еще один бросок, и еще один бросок. В полном составе Сибирь. Жафяров оставляет шайбу Губину. Губин простреливает, и шайба в воротах оказывается. 2-1. Да, именно Дамир Джафяров подставил клюшку. 2-1. Опять эта связка сработала. Смотрите, как карусель сейчас Сибирь устраивает в зоне нападения. Как разнообразно команды атакуют. Но главное, к воротам Казань не подпускает. Бросок дальний. Еще один бросок. Ворота-то сдвинуты. Ворота сдвинуты, по-моему, или нет? Нет, устояли. Товича клюшку подставлял Фефелов. Ну, вот обычно такие вот ситуации, долгие затяжные атаки, заканчиваются либо голом, либо удалением обороняющейся стороны. Потому что Сибирь сейчас измотала своего соперника. В прошлом году такое ударное сочетание было. Ульстрём. Там был на синей линии Жиганов, там был Хёрсли. Бросок в ближний угол! Добить удастся? Не удалось. Ну и здесь же Дамир Джафяров. Вот они начали это большинство. Немножко передохнули. Опять вернулись на площадку. Передача от Шелунова. Шайба выкатывается там где-то из-под Гарипова. Всем строем организовал Чистакол на синей линии. Бросок не видит шайбу. Салак. И Салак вновь капитулирует. Артем Лукоянов оказался самым расторопным игроком на чужом пятачке. 3-1. Ну вот он опять класс. Вот оно игру. В четвертой тройке он значится. Рот пошел вперед. Гол! Ну вот и своевременная шайба от Сибири.
Вовремя пошел в атаку, освободился от двух игроков. И такую классную передачу-то выполнил. Еще ему удалось вытянуть Эмиля Гарипова из ворот, что и требовалось в этой ситуации. И Венцов уже пустые ворота шайбу направлял. Второго периода по броскам от Барс лучше 12-11. На точке от Барс тоже успешный 10-7. По штрафным минутам 6. Ты ожидал такой передачи от Ткачева. Лукоянов. Пас в коньки, но Игорь Мирнов здорово его подрабатывает. Объезжает ворота и празднует успех. Дубль. За один сегодняшний матч он забросил больше, чем в своих предыдущих встречах. Саут не успел. Фефелов. Малыхин. Рот. Выходит на ударную позицию. Бросает. Губин добавляет. 4-3. Интрига должна жить в этом матче. 2 мы отмечаем Владимира Рота, который опять изловчился бросить. И здесь потеряли из виду казанцы Олега Губина. Полевых игроков задел. Может быть, она и не дошла до Гарипова. Динамику очень сложно было рассмотреть. Казань. Казань в атаке. Вот сейчас Салык подтащил. Впервые в этом матче счет сквитать. Ридервал на сумасшедшей скорости проносится. Передача в центр. Верещагин. Здорово! 4-4! Сибирь не сдается. Томаш Винцоур дубль делает. Верещагин, который бросать не стал, а шайбу придержал и на пустой угол передачу выполнил. На Томаша Винцовра не успел выдвинуться Дамир Мусин. 4-4. Истинно сибирский характер. Ну и, как знать, может быть, и сегодня чем-то подобным встреча обернется. И много пропускает Казань, кстати. Уходит в песок. И Сибирь бежит в атаку. 3 в 2. Шелунов. Бросок. Добивание. На синюю линию. Рот. Губин. Гимаев. Только защищающаяся Сибири. Есть еще время у Казани. Ну и минута только сыграна в овертайме. Падает Лукоянов. И в падении пытается по шайбе попасть. Мирнов. Красивое обращение шайбы. Он его нам сегодня не единожды демонстрировал. Наброс на пятачок. Там дежурил Малыхин. Игнатович. Минута 45. До окончания овертайма. Меншиков. С неудобной руки. Бросок Игнатовича. Гол! Сибирь на зубах вырывает эту победу. Браво, парни! Работы в комментаторской рубке. Я никогда этих слов не произносил. Вы, ребята из Новосибирска, хоккеисты именно, вам низкий поклон. Это было круто. Это запомнят надолго все те, кто смотрел эту встречу.